Всем привет! Всех приветствую на своем канале, наш Т25. Видео будет про косилку. Была косилка Вирекс 1.65, ей кашу. У нас погода вроде наладилась. Сейчас поем косить Атаву, будем мотать ее в Синаж. Синаж будем мотать. И был вопрос по ножам. То есть кто-то в комментариях говорил, что новые ножи подтачивает, и она гораздо лучше косит. Да, я не спорю, может, первые полчаса, час она лучше будет косить. Но практически это ни на что, по моему мнению, не влияет. Так как он через полчаса, через час затупится и такой же будет, как этот. Скорее, данные косилки косят, наверное, с помощью оборотов, чем из-за остроты ножей. Потому что вот, допустим, вот таким ножом я еще кашу. То есть вот эта вот часть уже перевернута, а эта вторая часть, как видно, она совсем не острая. Не точилось. Вот этот нож еще будет ходить и ходить. И сейчас заедем на поле, я покажу, как она будет косить. Вот видно, что нож не точный, он как новый был, так и был. Так что я совсем не вижу смысла точить их или не точить. Ну вот, Акашу овес с клевером. Клевера уже полегший, то есть много видно, вон, как она прокашивает. Тяжелая косьба, то есть много земли, много неровностей. Это после пахоты и бараны поднимает косилкой. Ну, еще и посмотрим, что с ножами. Ну, вот, вот, пожалуйста, вот до такой степени видно, где нож начинается, как бы. И вот так его препятствиями загибает. Видно, что вверх прям он. Вот так, то есть... Оттуда начинает, его поднимает вверх, и он уходит. Из-за этого и образуется вот этот гребень. Вот, пожалуйста, нож. Вот до такой степени. То есть уже началась другая сторона отбитой. Вот, пожалуйста. То же самое. Вот он загнутый, и косит вот так вот. То есть вот такое вот расстояние от земли он оставляет. Третий. Здесь все три новых стояло, по-моему. Да, вот они. Это я скосил где-то около полгектара, наверное, полчаса кашу. Так. Ну вот следующий нож. Сейчас все три покажу. Второй нож. Ну, мы его видели. И вот третий. Все, то есть эта тарелка сюда идет, вот этим местом она косила. Смысл точить их вообще не вижу. На час работы. Зачем их точить? Смысл их точить, снова вообще нету. То есть буквально час, и они будут то же самое, тупые, так же, как новые. Сейчас я переверну ножи и... Еще пройду два прохода, два круга хотя бы. И перееду на Атаву. На Атаве тоже покажу, как это все будет выглядеть и что у меня получится. Ладно, смотрите дальше. Ну вот сейчас меняю нож. Вот снял, показать вам, что с ним произошло. То есть как его выгнуло. Сейчас я его переверну и продолжу им косить. Смысл новые ставить не вижу. Тут мне на три прокоса, а потом выкину, на Атаву поставлю новые ножи. Вот, пожалуйста, вот нож. Итак, вот в продолжение темы ножей, вот здесь поставил новые ножи, вот так, про такие прокосы. Сейчас постараюсь эту межу
докосить. Он уже трава желтеет. А вот косил старыми ножами. Ну, кто заметит разницу, напишите. Я покажу ножи, какие они стали на Атаве. То есть это я вот скосил здесь, наверное, примерно столько же, сколько там овес докашивал на Пахоте весенний. А сейчас вот чисто косил Атаву уже, то есть летом косили. Ну вот, ножи чуть-чуть. Я здесь по два ставил ножа, потому что у меня не было. Вот, пожалуйста. А здесь старый ставил. Ну и вот здесь один, по-моему, что ли. Я поменял нож. Не было. У меня вот он. Ну, новый заменили после овса. Так что, а, ну вот, пожалуйста, такие вот вещи прилетают. Кстати, зажало прям. Так, ну это сейчас мы подымем, поправим. Хотел показать, который снял ножи после овса. Вот такие вот я снял. Они уже все, то есть отработали. Там таких штук, ну, 5-6. Ну, этот старый. Так что вот так вот. На такой степени они у меня косят, и разницы, я считаю, что нет. Точить или не точить. Если будете точить, у вас быстрее ножи выкинете. Не будете точить, значит, чуть дольше откосите. Ну так, в среднем, если целый день косить на Т-25 сено, Атаву, вообще покос, то есть в нашей местности, в Тверской области, то ножей хватает на 1-1,5 дня косьбы. Они недорогие по сравнению с кореновским комплектом, если менять. Так что меняется быстро, в отличие от КРН. Болты там этот. И все. Вперед и пошел дальше. Ладно, уже вечер. Надо докашивать. Так что попробую за эти 2-3 дня докосить это поле. Так что будет что интересное, покажу. Так, вперед. Поехали, ладно.